Это позволил себе назвать уже прошедший 98-й год годом трехмерных стрельбищ. Трудно сказать, насколько я оказался близок к истине, да, наверное, не стоит. Самое главное то, что прошлый год подарил нам такую игру, как Half-Life. Как вы уже успели заметить, данная игра продолжает славные традиции, начатые вторым Quake. Действие игры может разворачиваться, судя по всему, в самом недалеком будущем. Недельки этак через две вперед от всего числа. Вы выступаете в роли ученого-сотрудника секретного комплекса с кодовым названием «Черная месса», который, видимо, проводил научные исследования в области биологического оружия. Естественно, все началось так, как это бывает в кино. Наш герой, как всегда, вышел в свою смену с целью внести свой вклад в великое дело защиты интересов отчизны. Судя по всему, вклад нашего героя оказался несколько больше, чем того требовало дело. Одним словом, все пошло наперекосяк, и в одно мгновение процветающая научная лаборатория превратилась в гигантскую биологическую помойку, из которой нашему герою придется выбираться в течение всей игры. Надо заметить, что биологическое оружие — это не какая-нибудь озверевшая бактерия или доведенный до бешенства вирус гриппа. В секретных лабораториях выращивали живое оружие мутантов-убийц. И теперь, когда весь комплекс пришел в аварийное состояние, эти вот мутанты свободно разгуливают везде, демонстрируя научным сотрудникам свои незаурядные способности. Другая версия утверждает, что центр занимался различного рода межпространственными экспериментами, в результате которых и образовалась некая дыра в виде ворот между мирами, и в эти ворота повалила всякая зараза. Вторая версия очень напоминает сюжет старого доброго Дума, только в отличие от него, наш главный герой является непосредственным участником событий. Итак, трехмерная стрелялка Half-Life. Новости о появлении новой игры в жанре 3D большинство ветеранов вяло прокомментировали как выход очередного виртуального побоища с широким ассортиментом оружия и бестолковым сюжетом. Различные рекламные вопли на тему невиданного доселе динамизма и потрясающей графики действовали разве что на окончательно повернутых квейкеров и вызывали снисходительную улыбку у остальных. Но стоило игре увидеть свет, как всем стало ясно, в жанре 3D-шутеров есть еще неизвестные стороны. Честно говоря, ваш покорный слуга поленился навести справки о том, какой движок использует игра. На первый взгляд, Engine очень напоминает квейковский. Правда, огонь и взрывы сделаны на порядок лучше. В обоих квейках, если кто помнит, все огненные выкрутасы выглядели безобразно. Хороши также электрические разряды, однако при более подробном рассмотрении я склоняюсь к мысли, что игра Half-Life использует несколько переработанный Engine Unreal, хотя я на своем мнении не настаиваю. Особенно приятно то, что несмотря на мрачный сюжет, авторы не стали выдерживать игру в красно-серо-коричневых тонах, подобно Quake, поэтому игра не оставит у вас ощущения подавленности. Кстати, яркая сочная картинка — это одна из причин, по которой в Half-Life можно играть гораздо дольше, чем в тот же Quake. Графика делает игру красивой, захватывающая же игру делает потрясающий реализм. Авторы решили быть оригинальными во всем. В подавляющем большинстве игр, типа экшен, главным героем выступает этакий бравый молодец-девица, который стреляет из любого положения, причем попадает на все 100%, может выдержать несколько очередей из автомата, выпущенных в упор, а также один ракетный залп. Конечно, этого не понимаешь до тех пор, пока не поиграешь в Half-Life. Наш герой — это обыкновенный ученый. Конечно, он владеет оружием и, возможно, проходил некий обязательный курс молодого бойца. Но одно дело палить по картонным мишеням, и совсем другое — попасть в настоящую переделку. Причем первым вашим оружием будет не супер-бластер, а обыкновенная монтировка. И приобретать боевые навыки вам придется прямо по ходу действия. Half-Life, как никакая другая игра, убедит вас, что самым опасным врагом человека является сам человек. Дело в том, что власти той страны, на благо которой вы трудились, решили ликвидировать последствия аварии, причем одним из таких последствий являетесь вы. А вот ликвидировать вас будут как раз настоящие командос, для которых война есть занятие обыденное и повседневное, а стало быть, церемониться они с вами, скорее всего, не будут. Короче говоря, вам придется не только отстреливать результаты различных неудачных и удачных экспериментов, но также и участвовать в настоящих перестрелках с представителями спецвойск. Именно такие перестрелки и составляют особую прелесть игры. Ваш противник весьма сообразителен, и если вы, предположим, бросили в него гранату, то он обязательно постарается удрать до того, как граната взорвется. И не ждите, что ваши враги, завидев вас всего такого вооруженного и непробиваемого, пойдут на вас, как Александр Матросов на абразуру. Наоборот, большинство противников будут прятаться, уворачиваться, а если ваши заряды все-таки их задели, но не убили, то они приложат все усилия, чтобы убежать от вас и позвать на помощь собратьев по оружию, и тогда храни вас Господь. Кроме того, если в вас стреляют, то вас совершенно естественным образом начинает трясти, что затрудняет процесс ведения боя. Поэтому лучше всего не переть, как говорится, на рожон, а вести грамотный партизанский бой с выстрелами из-за угла, ударами в спину и так далее.
Среди персонажей игры есть также ваши сторонники. Это уцелевшие ученые и сотрудники службы безопасности. Некоторых из них можно уговорить идти с вами, и надо сказать, что иногда они здорово могут вам помочь. Например, охранники неплохо стреляют, и нередко их меткие выстрелы настигают различных мелких тварей до того, как они бросятся на вас из укрытия. В игре нет такого понятия, как босс и эпизод. Вся игра — один законченный эпизод со стремительно развивающимся сюжетом. В принципе, рассказывать про эту игру можно еще очень долго. К сожалению, у меня нет столько времени. Я вынужден попрощаться. До новых встреч. Это была программа «Бонус». Меня зовут Сидоров. Пока.